забитые соты радиатора кондиционера довольно-таки сильные, то здесь бесполезно чем-либо выпрямлять, кроме приспособы с Озона, ну, с AliExpress, в принципе. Сейчас давайте попробуем. Единственное, что нужно ее аккуратненько заправить. Это важно. Такая процедура еще. А, вот все заправилось. Давайте погоним сейчас. Где тут замятость у нас? Вот она. А, ну ее уже в принципе нет. То есть с первого прогона, смотрите, замятость я убрал. Вот здесь вот она была. То есть второй прогон, третий, все это выровняет. То есть в принципе можно пользоваться. Немножко сноровки, и все будет хорошо. Спасибо.